Вы у нас были где-то год назад, и мы с вами провели одно занятие, после которого у вас был удивительный результат. Вы обратили внимание, что вообще пить не хочется. Это правда? Это правда, да. До этого я пил года, ну, два точно прям, ну, вот освободился, получается, и начал пить. Это два года, и вот придя к вам, я абсолютно не верил, как бы меня привела мама. Ага. Вот сейчас она опять меня привела, ага, спустя год. Но ага, я подсознательно, моя ошибка была в том, что было надо сразу сделать на 5 было лет. Потому что я был тогда в группе, и люди говорили, кто 5 лет, кто там что-то побольше. Я думаю, ну что-то 5 много, давайте на год. Да. И да, вот год этот я вот ровно-ровно прождал. Хорошо вот было, там, хорошо жить трезво. Ну, мне очень понравилось. То есть чем вот понравилось, Александр? Знаете, чем? Я, во-первых, ну, допустим, я вот весь год, вот я поработал в такси, то есть ежедневно, то есть, ну, то есть, соответственно, там, имел там 3-4 тысячи в день. Соответственно, материально. Материально, да, то лучше? То есть, мама довольна сейчас. А раньше деньги уходили, наверное, все, на спиртное? Абсолютно верно, конечно. Все пробивалось, да, наверное? Да, честно абсолютно. Уж скажем, да? Так, ну, абсолютно. То есть, конечно, материально выгодно, правильно? Материально не пьешь, очень выгодно.